1974 год. 18-летняя Вера Глаголева, в отличие от сверстников, не задается вопросами призвания и будущей карьеры. А чего думать, все давно решено. Несколько лет успешных занятий стрельбой из лука. На подходе звание мастера спорта, и дальше все по плану. Желудок привел Глаголеву на Мосфильм. Здесь после школы подрабатывала ее приятельница и позвала Веру, да нет, не на пробы, всего-навсего перекусить в столовой. Как бы за компанию она там оказалась, и ее увидел ассистент и попросили в картину к Нахапетову. Родион Нахапетов проводил кастинг в свой третий полнометражный фильм «На край света». Актриса на главную женскую роль давно утверждена. После короткого разговора режиссер дает отворот-поворот утвержденной профессиональной актрисе. В главной женской роли будет сниматься она, случайная статистка.